Нет? Сижу с вами. Судя, я же не сразу понял, что ты великий артист. Серьезно? Откуда знаешь? Ютуб. А, в Ютубе, да, видишь? Да. Дай мне здоровье. Дай мне здоровье. Мы выпьем, знаешь, по стаканчику кофе выпьем, да? Эспрессо. Без сахара, без сахара. Без сахара, без сахара. 1 сентября, день знаний, праздник, да? И все такие прилежные дети пришли в школу учиться. Здравствуйте, дети. С праздником вас, с днем знаний. Садится, сели, один еврейский мальчик там стоит, не садится. Я ему говорю, ты почему не садишься? Он говорит, я умный, говорит, я хочу в третий класс. Она говорит, так же не бывает, говорит, как ты? Давай проверим. Она начала ему там таблицу умножения, там, короче, примеры задают, он на все примеры отвечает запросто сразу. Она уже за старший класс ему задает вопрос, он сразу отвечает. Как тебе звонит? Он говорит, изи. Она взяла его за руку, пошла к директору, а директор там наш сидит, усатый такой. Он говорит, такой умный, говорит. Я говорю, ему какие вопросы задала, таблицу умножения, все знает, за старшие классы. Его надо, говорит, третий класс. Он говорит, так же не бывает, давай проверим. Но он задает ему вопрос. Вот летит динозавр, у него три яблока. Ученица говорит, ну что такие детские? Он же как зло, я буду задавать. Скажи, Изя, что у коровы четыре, у меня два. Директор на него и на нее посмотрел. Он говорит, ноги, говорит. Что у тебя в штанах есть, у меня нету. Директор на нее и на него смотрит. Он говорит, карманы. Где у женщины самые кудрявые волосы? Он на нее, на него. Он говорит, в Африке. Директор говорит, пусть он выйдет. Он вышел. Блин, говорит, его надо, говорит, пятый класс, говорит. Я сам на три вопроса неправильно ответил. Он, у него передние мысли были, понимаешь?